является таким кейсом, которые помогли побороть скриночников в метро. Вот, но и опять же их опыт показывает, что одной инициативы и активности, наверное, недостаточно. Нужна поддержка, нужен поиск единомышленников, нужна информационная кампания, серьезная медиакампания, поддержка в том числе в регионах, разъяснения для того, чтобы реально это привело к необходимым законодательным изменениям.